Если сама процедура выкатки поддерживает downgrade, тогда да, но это не всегда, потому что у тебя данные могут осесть, и если это там у тебя не в контейнерах, то есть какой-то state, который сохраняется, ну тогда будет проблема. Но это семантика уже конкретного приложения. Да, то есть такие вещи есть. Например, в TeamCity сделано так. Вот я говорил о том, что есть мажорный и минорный релиз, и есть багфикс-апдейты. И у нас есть договоренность, что конвертация данных происходит в мажорных и вот в этих вот минорных релизах, да, то есть там 10 и 10.1. А вот когда багфикс-апдейты выпускаем, у нас просто договоренность, что у нас мы поддерживаем downgrade в рамках багфикс-апдейтов. То есть всегда можно, и просто мы не пишем конвертеров. Мы пишем, когда вот прямо, ну, прям совсем никак, все полегло у всех. Вот. Соответственно, если какие-то конвертеры мы хотим сделать, мы либо это постполним до следующего большого релиза, да, либо, в принципе, как-то обходимся без них на уровне кода, как-то решаем это. Вот у нас, например, так сделано. Но когда вы сервис делаете, там, по-моему, больше пространства для маневра, чем когда продукт делаете. Поэтому тут как все у вас же хостится, поэтому. Это, наверное, на уровне инфраструктуры делается. Похожие задачи у нас есть при построении образов билд-агентов, из которых потом все тиражируется, но об этом я дальше буду рассказывать. Про промоушен более-менее понятно, да? Да, я, наверное, еще покажу тогда настройки триггера. На них у меня прав у этого девелопера хватает. Соответственно, вот у меня есть триггер. VCS. И вот тут эта галочка стоит, Trigger on Built-in Snapshot Dependencies, да, которая не дефолтная. И вот куча рулов. Trigger рулов. И тут есть include и include и exclude рулы по VCS юзернейму, по VCS руту, по comment regex, и по wildcard файлов даже есть. Вот. Соответственно, можно инклюдить и эксклюдить, рулов может быть несколько, то есть они могут быть вложены. Так. Сейчас перемотаю. Так, теперь про исторические билды. А слышали вообще о такой фиче в TeamCity или нет? Как history build? Не слышали, да? Значит, фича очень полезна, когда вы делаете релизы. История такая. Опять же, вот наш этот ромбик есть, который уже пусть объединен с снапшот-зависимостями. И девелоперы делают какие-то коммиты. Значит, пришел коммит в библиотеку, пару коммитов в Windows код и какой-то коммит в Linux код. Да? Соответственно, вот мы. И это все происходит перед релизом. То есть вот нам надо релизиться, как раз там какие-то последние фиксы приходят. У нас здесь есть VCS-триггер, поэтому билд постоянно запускается. Окей. Собрали какой-то билд, оказалось, что на самом деле вот на последнюю ревизию оказалось, что он содержит багу. Ну, то есть там либо тесты какие-то уже потом упали, которые не проверили это на уровне конкретной компоненты, либо тестировщики сказали, ну, что проблема как бы. Соответственно, на данный момент что у нас? У нас последний билд Linux компоненты собран на последнюю ревизию, которая туда пришла, это commit 3. Значит, сюда попали два коммита, и сюда тоже последний коммит попал. Окей. И пусть оказалось, что вот этот последний коммит 4, он на самом деле баг-то и привнес. И вот если бы нам собраться вот на это состояние, то все будет хорошо. Но проблема заключается в том, что на данный момент у нас в истории вот такой артефакт правильный вообще никогда не собирался. То есть он собирался на предыдущую ревизию и вот на последнюю, да? Соответственно, и он как раз содержит ошибку. А все остальные на самом деле на правильную ревизию уже собраны. И вот хочется как-то так билд запустить по-быстрому приложение самого, чтобы как можно быстрее получить новый релизный билд, при этом пересобрать вот этот, а эти не трогать. Ну вот так можно сделать с помощью фичи history build, который называется. Значит, на самом деле вы заходите в run custom build вот этой конфигурации. Там у вас будет список чинжей. И так как у вас все конфигурации объединены снапшот-зависимостями, список чинжей на самом деле будет список снапшотов, относительно любого из которых вы можете консистентно собрать все ваше приложение. Вы в нем выберете просто вот эту предыдущую ревизию
и запустите билд вот этого приложения на вот эту предыдущую ревизию. Все дальше сделается автоматом. То есть MCT поймет, что в этом снапшоте, относительно этого снапшота, вот этот артефакт уже подходящий есть, этот артефакт подходящий уже есть, такого еще собрано не было. Соответственно, он его соберет, либо если по каким-то другим причинам на эту ревизию в рамках других чейнов билд был собран, то он будет тоже переиспользован. Например, тесты какие-то автостригерили, да, этот билд. Возьмет именно нужный артефакт, пересоберет само приложение, потому что одна из зависимостей изменилась, и используя минимальное количество времени на билд-агентах, да, то есть ускоряя фидбэк от системы, вы получаете новый релизный билд. Вот тоже такая фича появилась, потому что нам очень часто около релизов хочется, при том, что очередь полна вот этими всеми билдами, и я показывал, что среднее ожидание билда в очереди у нас все еще 1 час в среднем по компании. Соответственно, и хочется как-то быстро вот этот релизный билд собрать. И вот наличие такого исторического билда, собственно, позволяет это сделать. Если вы все публикуете в сторонней репозитории артефактов, вам придется сделать много ручной работы. Да? То есть для каждой из этих билдов вам придется вычислить, какая ревизия, какая координата этого артефакта была опубликована, какой артефакт был опубликован в каждом из билдов, и сделать какие-то действия вручную, скорее всего. Да, но скрипт придется написать, который продублирует все равно. Ну, его же, кстати, можно будет здесь запускать, наверное, да. Ну вот у нас так сделано, то есть у нас есть Fetch Artifacts скрипт, который каждый девелопер у себя на машине запускает, где именно сторонние библиотеки все резолвятся, правильная версия. А дальше все собирается в рамках одной ревизии. Ну, как бы у нас большая часть проекта можно собрать на одной машине, как бы кору, но весь TeamCity на одной машине реально собрать нельзя. Но у нас, то есть снапшот-зависимость, это такая, почему я ее рисую такой более заметной стрелочкой, потому что это более сильная зависимость, чем артефакт-зависимость. Да? Артефакт-зависимость — это бинарная, по сути, зависимость, то есть зависимость от какой-то версии API. А снапшот-зависимость — это, по сути, вы говорите, что вот у меня все вот эти компоненты, пусть они даже лежат в разных репозиториях и так далее, но как будто это просто одна рабочая копия. И типа вы можете эту рабочую копию себе зачекаутить и на самом деле все собрать. Хотя, может быть, для этого потребуется несколько нот, несколько машин, например, да, там Mac, Linux и Windows. Вот. То есть вот идея такая. За этим, за всем стоит. Вот, это фичи исторические билды будут. То есть такой билд, вот на самом деле, так как он собран, он последний в этой будет конфигурации, но собран на не последнюю ревизию, он будет помечен как исторический, будет сказано, что на самом деле вот тут ревизии более старые по какой-то причине. Вот, и поэтому вот называется исторический билд, эта фича. Про снапшот зависимости все. И в принципе, я думаю, что мы сейчас перерыв сделаем. И, в принципе, все про такие фичи, которые касаются всех разработчиков и всех билд-инженеров. Дальше пойдет более административная история. И буду рассказывать про билд-агенты, буду рассказывать про администрирование сервера, про плагины и так далее. Поэтому вот по этой части есть какие-то вопросы? По поводу использования базовых понятий, может быть, как это мачится, опять же, с бамбу и так далее, то, что вы услышали. Вопросов нет. Не мачится? Ну, то есть основные-то вещи, джобы, там, я не помню, как называются эти слейвы, или как они там называются, бамбу и так далее. Все похоже. Я много рассказывал про снапшот зависимости, потому что это действительно такая штука, она экзотическая. То есть она только есть в TeamCity, и все эти фичи, которые какими-то костылями решаются обычно, я бы сказал, что ну, многокомпонентных. Да. Это полезно. Но вот как я показал про промоушен, на самом деле у тебя может быть и одна компонента, но вот ручной привод для вот continuous delivery тоже реализуется с помощью снапшот зависимости. Потому что тебе опять же нужно что-то консистентное выкладывать, как бы. Да? Нет, 4 снапшота. Вот снапшот, вот снапшот, вот снапшот.
4 снапшота. Причем самое главное, что эти коммиты может быть не последовательная история изменений в какой-то ветке. Это может быть на самом деле коммиты вообще в разные репозитории. Потому что TeamCity является таким мета-вершн-контролом, и он делает снапшоты кросс-репозитория и хранит их. Поэтому вот эта ревизия может прийти в один репозиторий, это эти два в другой, и это в третий. И все равно это будет несколько снапшотов. Да, да. Ну, у меня как бы не самое корневое сломалось, у меня сломалась средняя какая-то зависимость, да, но само приложение было зафекчено. Вот, у меня есть возможность. То есть TeamCity просто по времени их на самом деле синхронизирует. То есть если это ревизия из одного репозитория, там есть отношение parent наследник, да, то есть child parent, потому что ну, направленный граф, да, там в гите. Но если это между репозиториями, это вот TeamCity хендлит уже сам. То есть он просто знает таймстемп каждого коммита и строит свои снапшоты сам. И как-то менеджит. Вот. Да, давайте перерыв. Угу. Пожалуйста.